Ребята, а я тут уборку затеял. Нужно в кладовке навести порядок. О, я эту ракетку с прошлого года искал. Ого, мои лыжи. Вот это я сегодня покатаюсь. А это все в следующий раз уберу. Главное обратно затолкать. Летом на лыжах! Чего смеетесь? Тоже мне друзья! Октан, ты хоть бы мне помог? Ну, подтолкнул, что ли? Зацените! Такай, сейчас не время кататься на лыжах! Летом кататься негде, придется ждать зимы! А вот тут, Октан, ты не прав. Есть огромные глыбы льда, ледники. Они не тают даже летом. А когда-то они покрывали собой больше половины всей нашей земной суши. О, я знаю про ледниковый период, когда еще все мои родственники-мамонты вымерли. Какие же они тебе родственники? Ну, я такой же, как они, большой. Сильный и покрыт шерстью. Это сейчас на картинке Северный полюс. Вон, белые медведи. Как здорово! Вот бы там побывать. А в чем проблема? Это же супер-пупер навороченный планшет. Держитесь крепче. Ух ты! Как здорово! Ну все, пора домой. Смотрите! Здравствуйте, Мишка. Привет, детвора. Как вы тут поживаете? Раньше здесь было лучше. А сейчас... Ледники тают, и наш дом становится все меньше и меньше. У меня много друзей-животных, которые здесь живут, но из-за изменения климата они все ушли, и только мы, полярные медведи, остались здесь. А почему? Из-за этого, что вам грустно? Нет, раньше тут плавали льдины, а теперь стало слишком тепло, и они тают. И мы больше не можем использовать их как плод, плавать на них и отдыхать. От этого становится грустно. А если станет еще теплее, то у нас совсем не останется дома, и мы погибнем. Ой, так не должно быть. Это же можно как-нибудь исправить. А помните, дядя Аман нам рассказывал про углекислый газ, который создает толстую пленку вокруг нашей планеты. Точно! И именно из-за этого становится намного теплее. Да, это называется глобальное потепление. Из-за вашего углекислого газа наши ледники тают. И нам скоро станет негде жить. А у нас в Японии из-за таяния ледников повышается уровень океана и может случиться наводнение. А в Кыргызстане в ледниках запасы пресной воды. И если они растают, нам нечего будет пить. Ой, как все страшно! Нужно что-то поменять! Точно! И начнем мы с нашего села! Поторопитесь и приезжайте еще к нам в гости. Только одевайтесь потеплее. Обязательно! До свидания! Кен,
Ален, ты можешь показать нам про углекислый газ? Как тогда Амабайке? Конечно! Каждую весну ваши родители высаживают овощи в теплицу под пленку. Там намного теплее и плоды созревают быстрее. У нашей земли тоже есть тонкая пленка, которая защищает нас от излишнего тепла и холода. Но есть такой углекислый газ, который называется СО2. Из-за людей его становится все больше и больше, и он делает эту пленку все толще и толще. И поэтому тают ледники. Ну как же нам быть? Мы не можем перестать топить печки и сидеть зимой в холоде. Все правильно, но можно делать это грамотно, а не так, как ты. А что я? Сначала натопишь так, что дышать нечем, а потом открываешь все окна. Я больше так не буду. Я раньше не знал про этот углекислый газ и глобальное потепление, и изменение климата. А еще мы в прошлом году утеплили свой дом. Теперь дома намного теплее, и топим мы гораздо меньше. А еще машины выделяют очень много углекислого газа. Поэтому у нас дома предпочитают ездить не на своей машине, а на автобусах или поездах. Вот бы у нас в селе был свой автобус. А я знаю, что нам нужно делать. Ахтан, я как раз собираюсь съездить проведать бабушку. Поедешь со мной? А на чем? На машине. Пешком же далеко. А у меня есть предложение. Давай прокатимся на велосипеде, и я тебе что-то расскажу. Ой, была в магазине и забыла купить масло. Сейчас быстренько съезжу. Мамочка, там же такая хорошая погода. Давай прогуляемся. Это же недалеко. А по дороге я тебе что-то расскажу. Здравствуйте. Привет, соседи. Дорогие жители села Керемет, я вас поздравляю! В связи с многочисленными заявками родителей и их детей, в вашем селе запускают маршрутный автобус! Ура! Ребята, и вы тоже можете многое сделать для спасения белых медведей!